Ну что, мои любимые Вупсень и Пупсень, что мы будем с вами делать? Я знаю, нужно вас покормить морковкой, вы там сделаете все свои дела, и я съем кого-то из вас сегодня. Вот вопрос только кого, Эники, Бенники или Вареники? И кто устроил мне тут пожар, почему там дом горит? Рэм, это ты здесь накапосничал? Ну, точнее, пакосничал. Ну, ты понял мое любимое слово, капосничал. Градус, привет, смотри, что у меня есть. Чувак, полегче, ты мне дом полежал, что ты делаешь, что, как это происходит, аккуратней. Посмотри на это супер прокачанная тележка. Какая, блин, нафиг тележка? Даже не нужны рельсы. Чувак, она стрёмная, как твой плащ. Так, ты-то на мой плащ не гони, слышишь? Ладно, я пошутил. Зачем ты мне дом подпалил? Два, три, еще и кузницу. Я не специально, просто не умею им управлять, короче. В общем-то, я заключил сделку с дьяволом, так, ну... Чё, больной? Зачем? Чё, у тебя получается теперь нет души? Не, ну она пока что есть, но, в общем-то, ладно, неважно. Короче, я обменял свою вагонетку на этот мотоцикл, всего лишь заключив с ним какой-то контракт. Я даже его не читал, там просто кровь расписаться надо было, и все. Вот он, блин, конечно, этот дурачок, да? Рэм, нет, дурачок это ты, потому что, когда ты что-то подписываешь, всегда надо читать до мелких деталей, а то потом в просак попадешь и будешь потом выплачивать долги всю жизнь. Ну, или после жизни, я. Ладно, это не важно. Так зачем ты мне его привез сюда? Что ты с ним собираешься сделать? Спалить мою всю деревню? Ну, это у меня второй пункт моего плана, а первый пункт, это я как бы хотел тебе тоже предложить подписать этот контракт. То есть ты хочешь, чтобы я теперь душу свою отдал в обмен на этот мостик? Что он вообще из себя представляет? Дай-ка я на него сяду и... Как ты им управляешь? Чувак, я сейчас чуть не упал. Подожди. Слезь с этого говна. Чё? На мне справа эффекты? А где защита, ночное зрение и повышенный урон или чё это? В этом контракте одни плюсы. На, подпиши. Вот тебе вот эта вот книжечка. Так, почитаем, чё на себя представляет контракт в армии. Надо косить от военкомата. Нет, Рэм, я это делать не буду. Контракт в армию. А что там написано? Я не читала, а просто подписала все. Чувак, здесь написано контракт в армию. Теперь тебя заберут воевать. Давно хотел в армию, вот теперь пойдешь там постреляешь, магией, там оружием, все, что ты любишь как раз. А я возьму, попробую твой... Что? Я провалился, да блин! А как отсюда выбраться теперь с твоим там мотоциклом? Попробуй подпрыгнуть, сейчас я тебя спасу, Градус! Я упал в самый низ, Рэм, он неконтролируемый, он просто едет куда-то и накладывает кучу эффектов, а еще я зачем-то подпалил все за собой. Как он работает? Градус, ты не понимаешь, это байк призрачного гонщика, и я горю, кстати. Ну так отлично же, сам, вот, так сказать, привез сюда эту махину горящую. Очень опасная штука, с ней лучше не шутить. Погнали наверх. Погнали, как только я выберусь. Слезь с него, ща все я сделаю. Оля, оп! Все, готово. Не знаю, как это произошло, но меня это не должно волновать. В принципе, эффект он накладывает ни с чего, ни с того. И, в принципе, прикольно. Во-вторых, он, в принципе, поджигает за собой все. Это не такой плюс, если ты рядом с деревней, но погонять на нем можно. Поэтому я поехал. Подожди, у меня к тебе есть одно небольшое предложение. Какое? Если ты подпишешь этот контракт, то ты тогда станешь, как там его? Военным? Не-не-не, призрачным дальнобойщиком. Вот, вспомнил. Призрачным гонщиком ты имел в виду? Я знаю такого чувака. Призрачным гонщиком. Короче, смотри, если ты это подпишешь, то тогда вот как раз таки у тебя появятся суперспособности, костюмы и так далее и тому подобное. А у меня будет череп так гореть пламенем, не нанося мне урон, и у меня будут всякие такие супер эффекты, я стану супергероем или суперзлодеем. Будет такое? Да, конечно, но я, короче, подумал, так слишком для тебя это круто. Ты какой-то дурачок, сам и дурак. Ты с этим, наверное, не справишься. Но если ребята поставят 10 543 лайка, тогда, возможно, я тебе дам второй контракт, который ты сможешь подписать. Но уже в следующей серии, конечно. Заманчиво. У меня будет и мотоцикл, и костюм этого чувака, чебурека. Я смогу, в принципе, подпаливать все. Кстати, а чебуреки, наверное, на его голове можно жарить. Это мы уже потом проверим в следующей серии. Пока что я же должен протестировать, как будет работать этот мотобайк. Я, допустим, хочу поджарить курочку. Она поджарится? Так, давай. Ну-ка, попробуй. Давай. Какой-то он немножко неконтролируемый, этот мотоцикл. Поджарилась. Смотри, готовится. Смотри, градус, жареная курятина, попробуй. Дай мне ее, пожалуйста, а то я ж не просто такой зажарил, у меня голод просто сумасшедший. И нужен перекус. Ну, в принципе, он еще и печку, оказывается, может заменить. А что он из себя еще представляет? Попрыгунчик, попробуй прыгнуть на нем. Как на коне? Ну, получается, что так. Опа! Слушай, неплохо. Я так, получается, ты на крышу могу. Ты даже можешь на эту крышу забраться. А ну давай попробуем, давай. Слушай, а у тебя еще есть такой мотоцикл, да чтоб нам двоим было? А! Есть, но придется там еще второй контракт подписать. Ну ладно, сейчас это недолго. О, чувак! Это было реально высоко. Если. О, я перепрыгнул дом! У меня теперь будет по
морковка на крыше. Райм, зачем ты делаешь портал в ад? Мне нужен второй мотоцикл. Нужно подписать второй контракт, Градус. Ты не понимаешь. Сейчас я оформлю так. Можно телепортироваться теперь в ад? Не-не-не-не-не. Хотя, в принципе, можешь, да. Погнали, брум! О, Градус! Чего, я иду к тебе, подожди. Не телепортируйся быстрее, сядь на мотоцикл. Это какой-то капец. Подожди, у меня не получается. Что за бред? Я ставлю мотоцикл здесь. Райм, я случайно закрыл портал в ад, не переживай, сейчас я сбегаю за зажигалкой, и все будет нормально, все будет ок. Только дай мне один момент. Капец! Да подожди ты, капец, меня еще там нет, а у тебя уже капец. Как раз возьмем немного картохи, пожарим, и яблоко огнево берем, побежали. Только мне почему-то... Градус, срочно, стой на месте! Не двигаться, зачем? Так ты же в аду. Да, Градус, это вопрос жизни и смерти. Ладно, я не стою на месте, я просто бегу. Зная себя, я лучше послушаю свой внутренний голос, нежели опять твои бредни. У меня к тебе важный вопрос, ты собрал пшеничку? Ой, нет, а что? Срочно собирай пшеницу! О, у меня получилось этот мопед переправить на ту сторону. Я уже телепортируюсь к тебе, Райм. Я на байке гоню. О, Райм, здорово. Посмотри, как тут все выглядит. Я знаю, почему это так со стороны выглядит. Потому что на нас эффект ночного зрения. Бру! Ой, я чуть в лаву не скатился. Как я могу, смотри, сейчас будет смертельный трюк. Давай. Прощай, Градус. Че? Какого? Что? Почему? Ты можешь кататься по лаве? Вау, ты чувак. Тоже? Чувак, это просто адские гонки. Какого хрена мы не горим в лаве? О, я потому вижу... что, Градус, у нас с тобой адские мотоциклы, самые что ни на есть настоящие. Так и, ну, это, конечно, круто, но все равно здесь жарко, давай выбираться. Я предлагаю сейчас найти эту самую, как его, крепость, и поискать немного приключений на свою задницу. Представляешь, что мы сделаем с эфритами? А я думал, ты предлагаешь сделать нам адские гонки. В принципе, перемещается этот мотоцикл намного лучше, чем тележка. Ну, тележка, конечно, получше, но, тем не менее, да, тоже как... неплохо. С какой стороны она получше? Ой! А! Я нырнул в лаву! Я не тону! Чё? Как выбраться? Пресса. Не, нормально. Все, я вижу тебя, адский ты гонщик. Погнали наверх. Дай вот, я перед тобой. Я прям уже хочу костюм полноценный, так сказать, набор адского гонщика. Это надо, чтобы ребята постарались и поставили как можно больше лайков. Я думаю, 10 тысяч лайков мы в любом случае снимем тогда этот видос. Просто, знаешь что? Как бы на мотоцикле надо быть в кожаной курточке, так сказать, в джинсах. В кожаных штанах. Слушай, так кожаные штаны мы можем добыть прямо сейчас. Ладно, давай выбираться, Райм. Ой, как бы забраться только наверх побыстрее. Ой, что-то, по-моему, я эту в копчушку превращаюсь. Какую копчушку? Ну, что-то как-то копчушка. Настроение копчушка у меня. Копчушка. Прикольное слово. Да, меня так мама называет. Давай, врываемся. Просто надо будет сейчас устроить реальные гонки. И... А как телепортироваться? Смей с него. А, у меня газ стреляет. Ты разрушил портал, Градус. Как? Где? Он взорвался. Райм, где я оказался? Где мой мотоцикл? Где ты? Подожди, ты телепортировался в нормальный мир сейчас? Да. Ты понимаешь то, что в ту секунду, когда ты телепортировался, газ взорвал портал, и он взорвался в нашем мире, и ты открыл еще один портал. Чувак, это же просто гениально. А я теперь застрял в какой-то пещере, без байка, понятия не имею, где наша деревня. Поэтому, чувак, выбирайся как хочешь и диктуй мне координаты. Ты подо мной, я вижу твои дни, посмотри наверх. Все, выбирайся, правда у меня инструментов нет, ты поможешь мне? Да, конечно. Доставка еды. Вы привезли мне курочку KFC? Да, конечно, держите. Ну и нафиг ты мне вот это вот перо. Засунь его себе в пятую точку. Так это курочка KFC, так сказать, кризис. На этом, как говорится, наше полномочия все, я пошел. Ты офигела, я. Давай, выбирайся наверх, что у нас по итогу есть. Я, по крайней мере, заспанился под своей деревней. Очень забавно произошла ситуация с Гастом. Давай реально устроим гонки. Кто лучше, так сказать, управляет этим мотоциклом, выстроим какой небольшой маршрут вокруг нашей деревни. А кто первый прибудет в деревню, тот получит. Что у нас победитель-то получит? Ты не можешь мне сказать? Вот я не знаю. Можно картошку в теории пожарить. Давай так, кто выиграет, тот пишет с аккаунта проигравшего какой-нибудь смешной комментарий себе под видео. Райм, так это получается... Ты мне дашь пароль от своего аккаунта? Давай, я согласен. Поехали. Нужно простроить маршрут. Ладно, ребят, мы сейчас простроим буквально небольшой маршрутик и уже вернемся тогда, когда он будет готов. Не стой ко мне так близко. В общем, ребят, у нас построен какой-никакой маршрут. Не болей. Короче, ребят, мы сейчас просто покажем, как выглядит наш маршрут. Райм, садись на свой мотоцикл. У нас есть вот такие круги, где-то это будут просто квадраты, и мы должны будем вот так вот каждый из кругов проехать. Иначе просто будет не засчитан путь, по которому ты проехал. Потом мы едем дальше. По сути, наматываем круг вокруг деревни, едем. Пускаем вниз. Райм, давай, а то ты сейчас запутаешься. Потом вот так вот. Видим здесь у нас тропу из одного блока. Проезжаем его, подпаливаем. Вырываемся вперед, едем дальше. Потом у нас здесь был заспавнен возле нашей деревни портал, который мы тоже подъезжаем. Он тоже некий такой недоделанный, недостроенный круг из обсидиана. Въезжаем на него, аккуратненько вот так вот прорываемся, едем дальше. Хопа, врываемся. Но это, естественно, будет у нас соревнование в плане, кто быстрее, кто оперативнее. Мы можем мешать друг другу. Потом дальше хреначим, едем вот так вот по мостику. Вырываемся
взрываемся наверх. Ой, господи, хоть бы не упасть, иначе придется снова подниматься, если одна ошибка, и ты ошибся. Ау. Понимаю. Безумно можно быть первым. Потом мы дальше хреначим сюда наверх. Проезжаем тут, вырываемся вот так вот, потом нужно сделать разгон, прыжок, и потом уже с прыжка приземляемся на низ, и готово. Первый круг проехали. Райм, будем гнать с тобой один круг или три? Давай хотя бы сначала сделаем один, а потом уже посмотрим. Давай, старт у нас находится прямо здесь. Вот здесь у нас мотоциклы были припаркованы перед тем, как мы сделали это все. По традиции, действительно, у нас пострадала снова деревня, пока мы просто катались на каких-то мотоциклах. Почему бы и нет? Это же мы, Райм и Градус. На счет три готов? Раз. Ты куда поехал? Извините. Раз. Два. Три, погнали! Так, не забываем подпрыгивать. Поехали, поехали, поехали. Первый круг я промчал, теперь еду быстренько ко второму. Так, 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 Райм, что ты там, не отстаешь? Хопа, я себя прям не вижу, ты что там, потерялся? Его не видно, ребят, так, едем дальше. Аккуратненько присматриваемся. Догоняй, 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 хопа! Подрываемся, такой наверх прыжок. Заезжаем в портал и врываемся сейчас вперед. Тут, скорее всего, я сейчас активирую для тебя небольшую ловушку, Райм. Хопа, не, 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 погнали. Не, не, только попробуй, только попробуй. Ты уже догоняешь. Я в кустах застрял. Нет, 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 нет. Нет, фух, я удержался и рывок. Нет, я перед последним кольцом упал. Я тоже перед последним кольцом прям знатно обосрался. Нельзя просто так отдать тебе победу. Я сейчас вырвусь вперед. А я все, я вырвался. Куда ты вырвался? На свободу. Так, это кольцо я уже проехал, мне его не обязательно проезжать. Если что, я уже у финального кольца. Опа. Что? Блин, я опять. Сейчас самое время. Опа, и у меня получилось. Привет, Градус. Какого хрена? Когда я ты успел? Я думал, что я проиграю. Блин, чувак, чтобы ты понимал, я перед последним кольцом просто упал перед ним. Это было так обидно. Я тоже упал, но я упал не так высоко, и, короче, его изи перепрыгнул. А, ты тут, прям тут забрался? Нет, я, короче, упал вот там вот, где-то вот с этого бока, потом забрался опять на этот трамплин, и пум, и все, я выиграл. Это теперь, получается, я должен тебе дать пароль от своего аккаунта, и чтобы ты написал какое-то тупое предложение, да? Ну да. Ребят, зайдите в комментариях и почитайте, что там написано. Ребят, я знатно облажался сейчас, надо же было так умудриться, капец. Блин, ну классно, мне понравилось, очень прикольные гоночки, Градус. Ну так что насчет этого контракта? Да согласен я на твой контракт, окей, в следующей серии как-нибудь обязательно с тобой наденем костюм этих проклятых гонщиков. Да как я умудрился проиграть? Короче, Градус, вот тебе, так сказать, еще бонусная подсказочка такая. Если ты в руки возьмешь цепи, тогда твой байк будет к тебе телепортироваться. Спасибо, что ж ты мне раньше об этом не рассказывал, дай мне цепь. Эти цепи, да, мне... Райм, дай цепь. Держи. Смотри, вот я отхожу, допустим, да? О! Бабка взлетела! Он так смешно за тобой поехал. А чё мой не едет ко мне? Я взял цепи. Вот, вот, я понял, надо на расстоянии в 11 блоков. А чё, не два моих, что ли? О, мой вот ко мне идет. О, теперь у меня два. Я не понял, чё-то они не знают, кого слушаться. У кого цепи, тут и главный. Эти цепи на мне. Ну ладно, я улетаю в закат. Ничего, я не хочу тебе давать никакие пароли, ничего. Все, я улетел, бабка взлетела. А на этом наша серия подходит к концу. Гоночки закончились. Всем хорошего настроения. Спасибо, что посмотрели ролик до конца. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, а также на Райма. Всем хорошего настроения. Я решил поплавать в лаве. Я Терминатор. Всем пока. Всем пока.